Сегодня в Бендерах запустили асфальтобетонный завод. Первый асфальт ушел на дороги города. На 40 улицах ямочный ремонт планируют завершить до июля. Весь путь бендерского асфальта проследила наш корреспондент Наталья Ткачук. Первый асфальт пошел. Смесь на большом градусе, так говорят дорожники, сразу везут на дороги. В Бендерах начинается ямочный ремонт 2023-го. Сейчас мы берем асфальт, который пойдет в лабораторию на испытания. А если он будет не соответствовать, вы уже поедете? Мы перед этим уже отдали. Испытание асфальт прошел. Теперь мы для себя, когда каждый раз берем асфальт, по одному ведерочку отправляем, чтобы подтвердить. Пошел асфальт вот в эту большую емкость, на тысячу где-то примерно 8 тонн. Его нужно будет срочно отвезти, но, в принципе, 2 часа асфальт может спокойно ехать в машине, ничего с ним не случится. Здесь 160 градусов. Смотрите, мы по старинке проверяем его на укладку. Да, что нужно для этого? Для этого нужна лопата, глаза и опыт. Как вы видите, когда я его двигаю, он равномерно расходится. Если бы он просто рассыпался, это сигнализировало бы о том, что не хватает битума. И он сухой, он просто рассыпается. Ну что, Евгений, едем? Да, едем. Едем укладывать первый асфальт. Да. Едем на Калинина, в самый центр Бендер. Дорога за автовокзалом не то что проездная, а заезженная. Яма на яме, трещины, выбоины. Отсюда ямочный городской и пойдет. Ямки уже все продули, подготовили, прочистили, залили битумом. Осталось только вот асфальт сюда уложить и пройти катком. Сзади меня уже техника работает, и прямо сейчас начнутся первые ремонтные дорожные работы. Как вы видите, работа, можно сказать, в стесненных условиях. Транспорт ездит, поэтому наша задача быстрее пройти загруженные участки, для того, чтобы техника спокойно могла работать. В этом году, получается, у нас порядка 40 улиц. Это где-то 1400-1600 квадратных метров ямочного ремонта. Это больше, чем в прошлом? Да. И после зимы у нас, по сравнению с прошлыми годами, намного меньше выбоин. Это очень хорошая тенденция. 40 улиц во всех концах города. Там, где чаще ездят машины и дороги самые разбитые. Дорожники пройдут до июля. Одновременно будут проводить и большие дорожные ремонты. На Ткаченко, Советской... В самое ближайшее время асфальтом накроют улицу Карпатскую. Наталья Ткачук, Александр Зелинский, ТСВ.